Сегодня, в общем-то, для театра такой знаменательный и экстраординарный день, потому что в команду Пермского театра оперы и балета, в команду Теодора Курензиса, в команду Алексея Григорьевича приходит мегазвезда балета Наталья Осипова. И мы этому факту счастливы. Это фактически по значимости, ну, фактически как приглашение самого маэстро Теодора Курензиса в Пермь. Значимость это примерно такая. То есть балерина такой величины подписывает контракт с Пермским театром оперы и балета и будет здесь выступать. И жители Пермского края, жители России смогут ее, ну, с определенной регулярностью здесь, в театре, видеть. И мы этому обстоятельству счастливы. Очень и очень. Я хотела бы только дополнить, что думаю, что это не случайно, поскольку история Пермского театра оперы и балета всем известна. И в последнее время и Теодор Курензис, и Алексей Мирошниченко, конечно же, продвигают Пермский театр на международный уровень, тому подтверждение лето, Зальцбургский фестиваль. Ну и, конечно, Пермский край переживает абсолютно новое время, и в развитии культуры. Поэтому такие звезды, как Наталья, конечно же, украсят и тот репертуар, который мы имеем в театре оперы и балета, и, конечно же, будут новые проекты и продвижение пермской балетной труппы за рубеж. Когда Наташа приехала первый раз, и как-то она так, мне кажется, понравилось. И обстановка, и атмосфера в театре, это говорит, что, значит, она есть. Такая атмосфера, что хочется с нами продолжать работать. И вы знаете, что у нас уже был даже совместный проект, не просто выступление спектакля, а Наталья станцевала премьеру балета «Жар птицы», чему я безумно рад. Это, ну, можно сказать, что экспромт. Такой, для вот премьеры, для, тем более, балерины такого уровня, где за 3-5 лет уже ведутся какие-то переговоры или строятся планы. Здесь это было просто вот как вспышка. Вот. И, конечно же, мы обсуждаем уже какие-то следующие проекты и премьеры, и, естественно, текущие спектакли. Поэтому, конечно же, кроме перед камерами обычно так не делают, но можно так отпрыгнуть пару раз от радости, понимаете? Вот. Это очень-очень радостный день. И поздравляю. Вообще, действительно, хочется сказать, что для меня это тоже, несомненно, очень большое счастье, потому что чем старше ты становишься и тем больше ты отдаешься искусству, как бы, а я этому отдаюсь уже последние 20 лет своей жизни, тем больше тебе приходит желание работать и творить с людьми, которые тебе приятны просто, с которыми тебе приятно находиться и делить время. Атмосфера, в которой ты находишься, это очень важно. И очень странно, что, ну, вот, что вот абсолютно случайно попав сюда в прошлом году в декабре, я нашла какую-то настоящую атмосферу, я нашла уже даже близких людей, я бы сказала, уже, с которыми мне невероятно по-человечески очень приятно. И это для меня тоже большое счастье. Несомненно, вот атмосфера театра, люди, которые здесь работают, артисты, я могу сказать, что артисты просто невероятно высокого уровня, которых даже за границей, вот где я работаю в театре, я такого профессионализма мало вижу, а как люди отдаются своему делу, это, наверное, то, что меня очень заразило. Я поняла, что вот сердце как-то тянет обратно.